Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Балтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Балтком. Программа «Встретились, поговорили». И сегодня повод для нашего эфира такой серьезный, очень неоднозначный повод. И у нас в гостях люди, которые... которыми мы будем говорить сейчас на очень важную и, наверное, болезненную тему. Это врач Латвийского онкологического центра, 27 лет возглавлявший отделение онкологии, хирург Игорь Николаевич Устинов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. И его дочь Лена. А поводом, Елена, а поводом послужила ситуация, которую просто очень массово обсуждали в социальных сетях в последние дни. Игорь Николаевич получил по предписанию консилиума назначение, ему назначили очень дорогое лекарство, и наши чиновничьи службы отказали в помощи. Наверное, не так я говорю, да? Вот сейчас Нет. вы расскажете, как это все было. Да, но я просто закончу. То есть эту ситуацию описала Елена на своей страничке в Фейсбуке. И буквально за считанное время, за очень короткое время откликнулись тысячи людей, которые, многие из которых бывшие пациенты Игоря Николаевича, многие просто знакомые, многие просто незнакомые даже люди. Люди откликнулись на эту беду и захотели оказать помощь. Вот эта ситуация нас всех очень поразила, и поэтому мы решили об этом поговорить. Спасибо вам большое. Мы понимаем, как тяжело и непросто вам сейчас вот в этой студии говорить вот об этом всем, на эту тему, и поэтому вас благодарим за то, что вы решились, и людям, наверное, очень важно посмотреть на своего любимого хирурга многим, да, и просто вот из первых уст услышать об этой ситуации. Спасибо, особенно сейчас, когда я узнал так много хорошего о себе. Я, наверное, поддержу папу разговором. И для начала я хочу сказать огромное спасибо каждому человеку, который откликнулся на мою публикацию в Фейсбуке. Это было в пятницу вечером. Днем мы получили официальное письмо от НВД. А давайте чуть-чуть объясним ситуацию. То есть у Игоря Николаевича онкология. Да. Ему нужно лекарство. Лекарство очень дорогостоящее. Да. Давайте чуть-чуть цифры. То есть вот человек столкнулся с тем, что ему нужно лекарство, которое стоит. Если вы позволите, начнем с самого начала. Онкозаболевания бывают разные, и, соответственно, нужны разные лекарства для их лечения. И пути лечения бывают разные. Что касается лично меня, то да, это онкозаболевание, которое, конечно, не лечится этим лекарством. Я получил до этого колоссальную, высококвалифицированную помощь от наших латвийских коллег, перед которыми я просто склоняю голову, поскольку именно они сделали первый шаг в лечении моего заболевания. Это, поскольку болезнь это была рак легкого, то я оперировался в туберкулезной больнице, в отделении операций легких у замечательного доктора Инта Силинча, высококвалифицированного хирурга, который сделал, в общем-то, уникальную операцию после обследования, после доказательства о том, что эта болезнь есть. Это
сделана операция, которая делается только в современных, я бы сказал, зарубежных клиниках без разреза. То есть это видеоассистенция под управлением аппаратуры, зрительно удалено половина легкого и все, так сказать, возможные лимфатические узлы вокруг этого, вокруг этой опухоли. Это обязательная онкологическая операция. Ну, к сожалению, вот там в одном из этих лимфоузлов был обнаружен метастаз рака. Ну, и поэтому изменилась в дальнейшая схема лечения. Ну, в том, что это было так рано диагностировано, люди, это очень важно. Вы должны своевременно обращаться к врачу. Это самая важная часть, ну, я не знаю, которая только может быть, потому что ежегодное обследование человека предотвратит запоздалые случаи диагностирования особенно онкологических заболеваний. Я обратился к своему замечательному врачу, семейному, это доктор Алиса Ницмане Айшпуре, которая и начала-то с того, что послала меня на рентген легких. Ну, вот, собственно говоря, оттуда все и началось. Своевременно диагностированная опухоль, успешное лечение. После этого был консилиум в онкологическом центре химиотерапевтов, высочайшей квалификации, я сказал бы, у нас химиотерапевты мирового уровня, это и профессор Кудаба, это и доктор Звирбуле, это доктор Эва Вецвагере, это мой лечащий врач. Они постановили, что при данном случае заболевания нужно пройти 4 курса химиотерапии. Потому что в лечении онкологического заболевания существует так называемый алгоритм. Это уже давно разработанные схемы по каждому диагнозу, по каждой стадии заболевания, если это онкология, как и что нужно делать. И вот по этому алгоритму мне сделали 4 курса химиотерапии, но благодаря углубленному анализу, возможность которого в Латвии появилась недавно, сейчас опухоль еще отсылается на дополнительное обследование. То есть, как она ведет себя в генетическом плане. Раньше этого никогда не делали. А как называется этот анализ? Этот анализ называется... трудное очень название, называется, значит, есть 19-й ген, отвечающий за, скажем, ну вот это за прогноз заболевания рака легкого. И вот селекция этого определения, селекция этого 19-го гена, если находят изменения на хромосомном уровне, тогда лечение химиотерапии не заканчивается. И с 15-го года во всем мире начал применяться вот этот препарат, который мне консилиумом назначен, ортисинип, он называется. Но вот он, к сожалению, очень дорогой. Ну какая сумма? То есть вот он вам был назначен, и вы определили, сколько он стоит? Он стоит во всем мире очень дорого, и я узнавал, в каких странах сколько он стоит. У своих американских коллег я узнал, что он стоит 12 тысяч долларов на месяц. Это 30 таблеток. Угу. Причем они говорят, что в Америке, например, в Соединенных Штатах ситуация такая же. Если у тебя есть деньги, то ты получишь этот препарат. Если у тебя есть страховка медицинская, ты не получишь этот препарат. Но
он компенсируется тоже государством в отдельных случаях, и люди вынуждены платить тоже те же самые деньги. Значит, в Латвии этот препарат стоит дешевле, он стоит 6204 евро на один месяц, это 30 таблеток. Но консилиум врачей назначил мне препарат для того, чтобы болезнь не возвращалась, то есть, как это называется в онкологии, ремиссия заболевания, то есть, достичь того состояния, когда онкобольной считается, в общем-то, здоровым человеком. И вот для того, чтобы эта ремиссия была как можно дольше или вообще для исчезновения, единственный препарат, который лечит на сегодняшний день, это именно этот препарат. И 6204 евро в месяц, а если это вы посчитаете за год, это 84 тысячи евро, а умножьте на 3 года, и получится астрономическая сумма. Я не знаю, конечно, людей, ни среди своих коллег, ни других, у которых бы находились такие деньги на лечение. Ну вот, собственно говоря, когда мы получили отказ от компенсации этого препарата от Национальной службы здоровья, НВД, то тогда, собственно говоря, моя дочь и сказала, что она не остановится и будет продолжать бороться. Вот она молодец большая. И, вы знаете, быстро, очень быстро люди откликнулись, и Елена, она опубликовала на своей страничке списки людей, перечисливших деньги. Кто, мы сейчас не говорим, кто сколько мог, да, то есть по мере сил. Они сами откликнулись, и этот список очень-очень длинный. Я лично, когда его листала, вот вниз прокручивала эту страничку, у меня слезы были на глазах, потому что, знаете, мы говорим, это история из той серии, что добро всегда возвращается. То есть вы за 27 лет работы сделали столько добра, столько спасли людей, столько спасли жизни, о чем люди пишут тут же, да, на всех страничках, где это возможно. Работаю, простите, я гораздо дольше. Это только в онкологии. В онкологии, да. В онкологии зав. Отделением 27 лет. Ну, вообще, правильно, да. А всего ваш стаж? В 72-го года. У меня 50 лет стажа, и 50 лет я занимаюсь. Сначала я работал в акушерстве и гинекологии, я был и работал в родильном доме, и работал здесь в клинике, которая находится на улице Меркеля, 21, где теперь здание, там, где находятся адвокатские конторы и прочее. Там была 5-я городская больница. И, собственно говоря, вот это моя алма-матер, где я начал свою трудовую деятельность. Потом год я проработал в родильном доме. Это вообще, ну, я не знаю, мне не хотелось оттуда уходить, честно вам скажу. Мне так нравилось то, что я делаю, когда на белый свет появлялся малыш, и счастливая мама, это было просто очень трогательно. Игорь Николаевич, мы сейчас хотим сделать один звоночек женщине, которая хотела обязательно вам сказать какие-то важные слова. Сейчас попробуем. Да, тогда надо надеть наушники сейчас. Или приложить к себе, да. Потому что комментариев очень много. Вот пишут, я просто зачитаю, пока мы дозваниваемся. Я мама 4 детей, бесконечно благодарна доктору Устинову. Мой сын родился, и я жива. Обязательно приму участие в помощи. Если нужно подписать коллективное обращение Министерства Минздрав, то я готова. Что же это такое? Дальше пишут. Дорогой, уважаемый, любимый наш доктор, вы стали для нашей семьи вторым папой. Вы подарили вторую жизнь моей жене. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Любим вас. Дорогой Игорь Николаевич, никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Ваше спокойствие, уверенность, знание, ваш талант были для меня поддержкой и надеждой. И все оправдалось.
я жива, живите и вы для ваших детей, для всех нас, спасенных вами людей. Ну, вы представляете вот эти слова, да? Даже нам, вот людям посторонним, в общем-то, читать вот это ну, как мурашки такие по спине пробегают. То есть люди-то пишут искренне, их никто не заставляет. И когда человек спасает человека, когда человек протягивает руку другому, это вообще, это бесценно, это просто бесценно. То есть вот эта ваша тяжелая ситуация, мы понимаем, как вам тяжело сейчас это все рассказывать, но она столько в людях разбудила каких-то добрых чувств человеческих, и это повлияло, это как волны, да, пошли, она повлияла на вообще на очень большую часть нашего общества, мы бы сказали. Вы знаете, насколько я знаю, вот врачей хороших очень много и в Риге, и в Латвии. Но что касается меня, я скажу вам честно, что вот с каждым пациентом, с каждой операцией, это не просто какое-то техническое выполнение своего знания, своего труда. Но поверьте мне, что вот я такой человек, я в каждом из оперированных пациентов оставлял как будто бы частичку своего сердца, души, вложенное в их выздоровление. Это очевидно. И вот мы дозвонились до Анды. Да? Алло. 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 Здравствуйте. Да. Дозвонились до вас. Доктор. С нами в эфире доктор Игорь Николаевич Устинов. Пожалуйста, вы можете сказать все, что вы хотели сказать. Да, добрый день. Спасибо, что дали мне такую возможность. Потому что доктор Устинов – это для нашей семьи. Мы просто, ну, словами нельзя выразить благодарность ему. Ситуация была, конечно, очень сложной. Дочери было чуть больше 20 лет, когда определили это заболевание. И курсы химиотерапии не давали результата. Нужна была операция. Мы, конечно, в огромном отчаянии обратились к доктору. И он, несмотря на его занятость, он же был руководитель отделения, все равно он согласился провести операцию, оперировать дочь. И операцию он провел уникальную. Как я понимаю, я не медик, но, как мне потом объяснили, это был его такой личный подход к этой болезни, к этой сложности заболевания. И после операции все у нас наладилось. Через 6 лет дочка родила внучку мне. Ой, какое счастье. И да, это действительно словами выразить невозможно. Поэтому сейчас вспоминаю вот этот весь этот ужасный период, который мы прошли вместе с доктором. Так единственное, что мы можем пожелать ему, только терпения, выздоровления. Мы очень-очень надеемся, что мы сможем к нему еще долго-долго обращаться. Дочка просила передать, что она считает его своим ангелом-хранителем, что он врач от Бога. Я действительно согласна с ней. Ну вот так кратко, я, конечно, очень сама трогалась вот сейчас, когда мне нужно об этом говорить, потому что в памяти все эти ужасы не проходят, вот когда я думаю об этом. Но то, что сделал доктор, это выше всего, это высшее, что может медик и врач такой высокой профессиональности человеку дать. Спасибо большое, Ария, спасибо за ваш такой эмоциональный отклик. Спасибо, я помню это. Да, это действительно, действительно эмоционально, потому что это такое заболевание, которое, узнав об этом диагнозе, это, я думаю, каждый может представить, насколько человек может быть благодарен врачу, который спас. Спасибо. Так что благодаря доктору, да, рядом есть у меня и дочка, и внучка. Спасибо ему большое. И всего вам хорошего. Да, и вам всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Я очень хорошо помню этот случай.
И вы знаете, уникальность его была действительно в таком индивидуальном подходе. У девушки, у женщины молодой, 20 лет, была обнаружена злокачественная опухоль. Ну, я могу анатомически называть органы женщины по радио, я не знаю, так, как это есть. Можете, конечно. В стенке матки. И стандартный подход требовал полного удаления всех женских органов с последующей химиотерапией. Ну, тогда я решил, что можно помочь, попробовать, по крайней мере, попытаться помочь этому человеку нестандартным способом. Ну да, и... потому что 20 лет всего девочки. Да, 20 было. Лет лишить впереди. Всего. Поэтому я удалил эту опухоль, оставив все органы. И потом мы провели несколько курсов, опять-таки, химиотерапии, и как результат вы слышали, что через 5 лет женщина, ну, прошло уже много времени, она здорова и по сей день, то есть я очень рад, что тогда я не ошибся и действительно внес какой-то элемент счастья в эту семью. А вы когда читали вот эти отклики в социальных сетях, вот какие вот, вы не ожидали же, наверное, да? Нет, конечно, нет. Я работал с утра до вечера, и это все только лишь благодаря поддержке моей семьи, которая понимала специфику моей работы. Я был полностью отдан этому. И дни, и ночи, и ночные вызовы – это больше жизнь, ну, врача, конечно, может быть, так по произведениям современным – это романтика, но прежде всего это величайший труд. И я считаю, что семья – это именно то начало, которое служит поддержкой. Чтобы стать хорошим врачом – это необходимость просто, и я очень благодарен своей семье. Вот часть семьи здесь рядом с нами, и мы после маленького перерыва на рекламу продолжим наш разговор. Спасибо. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Радио Болтком.
радио. Болтком. Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». Сегодня в гостях у нас доктор Игорь Николаевич Устинов и его дочь Елена, которая, собственно, и подняла эту важную тему. Да? И мы сейчас, наверное, Елене дадим слово. Елена, расскажите, пожалуйста, вот как вы, ваше обращение к людям всколыхнуло просто огромные тысячи людей? Да. Как это я все получилось? Я в первую очередь хочу публично поблагодарить всех людей, каждого, за их отзыв, за их доброту, за их понимание, за действительно искренние пожелания папе. Знаете, когда человек сталкивается с таким заболеванием, как онкология, наверное, первое, что испытывает человек, это панический страх. Испытывает сам пациент и, конечно же, его семья. Потому что когда ты... Ну, наступает вот такой день, когда тебе озвучивают вот такую информацию, ты болен раком. Конечно, первую неделю люди живут в страхе, в эмоциях, ищут какие-то варианты, куда обратиться, к какому врачу. Я, как дочка доктора Устинова, последние 20 лет, наверное, каждый день жила в звонках. Лен, привет. Слушай, у меня мама заболела. Ты можешь порекомендовать, как попасть к врачу, к какому врачу? Что делать, с чего начать? А вот как, вот существует зеленый коридор, а платно, а бесплатно? То есть у нас, к сожалению, люди, они... почему-то, по какой-то причине, очень плохо осведомлены вообще о своих правах. Да? Ну, есть государственная программа. И для онкобольных всегда существует зеленый коридор. И обязательно, когда человек получает такой диагноз, первое, что нужно сделать, это нужно пойти к семейному врачу. И семейный врач, он записывает по зеленому коридору тебя на прием к онкологу. Вы знаете, я скажу так, что когда мы узнали папин диагноз, я, да, первую неделю было страшно, потом, когда уже приняла больница, его прооперировали, назначили химиотерапию, все как-то начало устаканиваться, успокаиваться, и на четвертом курсе химиотерапии, ну, уже мы понимали, что папе нужен будет этот препарат. Конечно, сумма пугала очень, но мы абсолютно были уверены в том, что он получит компенсацию. У нас не было вообще ни малейшего сомнения. Поэтому, когда в пятницу мы получили, скажем так, ну, вот такой вот ответ, как я написала уже ранее, ну, у себя на странице, что папа очень скромный человек. Папе было стыдно, неудобно, он сказал: слушай, Лен, говорит, давай... Ну, оставим, говорит, все как есть. Ну, раз отказали, значит, отказали. Говорит, значит, ну вот, ну, мы поживем, сколько мы, вот, сколько мне отведено, и закроем эту историю. Я сказала: нет. Как происходит с другими пациентами, с другими людьми у нас в государстве с компенсацией данного препарата, я не знаю. Я знаю, я получила очень много отзывов от людей, которые живут с похожим диагнозом, как у моего отца, и... Некоторые были вынуждены переехать в другую страну, чтобы получить лечение. А некоторые точно так же собирали деньги. А другие искали варианты покупки этого препарата дешевле. Потому что есть оригинал лекарства, который стоит, начиная с 6200-6300 у нас в Саулос аптеке. 84 тысячи за да, год. Да, 84 тысячи за год. А есть дженерик. Дженерик, в принципе, это равноценный препарат оригиналу. Это препарат, который произведен по рецепту, по составу, по технологии, да. По технологии, которая запатентована. Только в третьей стране. Да, скажем. Только да. Просто в третьей стране. И слава богу, что... Благодаря моей публикации нашлись люди и помогли мне в России достать этот препарат дешевле. Поэтому вчера я остановила сбор денег, потому что мы приняли решение употреблять дженерик. И сейчас папе хватает для того, чтобы приобрести этот препарат. Вот как раз сейчас мы сидели на передаче, и я уже получила счет. Сегодня я заказываю препарат, и через две недели папа начинает его принимать.
Я проконсультировался со своим лечащим врачом-онкологом, доктором Вецвагере, который сказал, что этот препарат полностью идентичен препарату, оригиналу. Поэтому... А вы не знаете, вот аналогичный препарат, скажем, в Литве, в Эстонии компенсируется? Я знаю точно, что в Литве этот препарат компенсированный всем, естественно, тоже по решению консилиума, но человек за него ничего не платит. И если консилиум, а это величайшие умы в области химиотерапии, которые, в общем-то, стоят на мировом уровне в Латвии, я бы сказал, да, если они назначили, значит, они считают, что это нужно. Они же тоже понимают, что это огромные деньги, и что это деньги государства. Но когда... Был разговор, я позвонил своему химиотерапевту после отказа и говорю, вы знаете, доктор, мне отказали. И почему-то я услышал такую фразу, да, я так и думала. И я говорю, ну, почему? Ну, она говорит, вы знаете, ну, это политика государства. К сожалению, у нас очень недостаточное финансирование, вот осенью очень было… Очевидно, очевидно, все. Я думаю, что если бы у государства было достаточно денег, никто бы не отказал. Я думаю, конечно, все это связано с финансированием, с особенно такой области, как онкология, куда, в общем-то, насколько я знаю, вкладывается огромное количество государственных средств, может быть, больше даже, чем в другие. Но приоритет – это сердечно-сосудистая хирургия в Латвии, и потом это онкология, да? Конечно, сюда идут огромные средства, но, видимо, этот препарат настолько начал популяризироваться, и как единственное медикаментозное лечение – и дает людям надежду на продление жизни, из-за своей дороговизны, конечно, государство всем не может оплатить его. Ну вот что здесь надо отметить, важную вещь, что, дорогие вот, друзья, если кто-то из ваших знакомых там попадает в такую ситуацию, не надо опускать руки, вот как сейчас Елена рассказала, есть дженерики, да, есть аналогичные лекарства, надо искать какие-то возможности, надо обращаться к людям, очень трудно себя преодолеть, переступить через себя, попросить помощи. Но, вы знаете, вот, это вот этот факт, когда ты просишь помощи, он открывает какие-то двери, потому что образуются какие-то возможности новые. Да? И вы знаете, я для себя открыла еще такой один, ну, факт, не факт, я не знаю. Меня люди благодарили за то, что я дала возможность им помочь. То есть, насколько у нас... Я говорю, при всем, ну, вот мы говорим о государстве, мы говорим об отказах, да, но несмотря на все на это, у нас самые отзывчивые и самые замечательные люди. И они получили удовольствие и радость от того, что они смогли быть полезными, нужными и сделать такое добро. То есть я не получила ни одного негативного комментария в свой адрес. Мне было настолько страшно просить помощи, потому что моя помощь через 3 дня вылилась, ну, скажем, звонком в ВИД, да, что для меня было абсолютно непонятно, почему за наши выплаченные налоги, за налоги выплаченные, ну, других людей, да, в госкомпенсации человеку, неважно, это мой папа или это другой человек, в лечении отказано, но как только огромное количество людей собрало деньги, уже, ну, они же с этих зарплат уже, они получили эти деньги, они заплатили налоги, они жертвуют, указывают зедуюмс. И я хочу в дальнейшем предупредить каждого человека, чтобы вы не боялись этих пожертвований себе на счет, потому что есть закон, сумма от одного физического лица перечисление другому физическому лицу, если она не превышает 1450 евро, вы имеете право ее принимать, и вы имеете право, предоставив, оплатив препараты, сохранить, обязательно нужно сохранить все чеки, платежки. Да, вот обязательно до конца года, у нас получается год вот этот вот заканчивается,
ну, когда вот эта подача декларации, да, начинается, то есть мне сейчас как физическому лицу, мне нужно до июня месяца внести каждый платеж в свою декларацию, указать, что люди перевели мне деньги, при покупке препаратов, лекарств, папиной реабилитации обязательно необходимо сохранить все чеки. Обязательно все чеки должны быть указаны на имя пациента. Ну, не чеки, а инвойсы, по которым приобретается препарат. И я также имею право каждый чек в конце года задекларировать папе в его налоговую декларацию. Так, тем самым, то есть я освобождаю человека, который мне перевел, он тоже также может подать эту сумму в декларацию и вернуть эти 20%. Да, то есть у нас этого никто не знает. По налогу. То есть у нас абсолютно все сидят, боятся. Да, я тоже испугалась. Я очень испугалась, потому что для меня было абсолютно непонятно. А в чем заключался звонок? Вам позвонили и сказали: здравствуйте, вас беспокоит. Мне по-человечески начали звонить разные люди, которые имеют образование в сфере финансов, бухгалтера, руководители компании. Они говорят: Лен, слушай, мы сталкивались вот с такой ситуацией, когда... Ну, мы попали в очень серьезную ситуацию, под суды там и судились, и 10 лет, и, ну, потому что ВИД потребовал эти 20%. Я говорю: а за что? Ну, за что? То есть получается, что помогать мы не хотим людям, но люди, когда помогают другому человеку, мы еще оттуда 20% возьмем. То есть для меня хотя это было люди абсолютно... помогают, с уже, эта сумма с это уже уплаченной налогом. Конечно, да, конечно. Это второй раз нужно с той же суммой платить налог. Конечно. То есть у меня даже, меня настолько, говорю, довели, ну, до такого какого-то стрессового состояния, что я была готова сесть, потратить день и просто вернуть людям обратно деньги, да. Потому что потом уже я уже, ну, немножко успокоилась и думаю: ладно, думаю, ну, черт с вами, жизнь моего папы, я заплачу эти 20%. Ну, ну, а потом думаю, ну потом нет. Выяснилось, ну как? Что все, то в общем-то, да, не и так. И вот я хочу сказать вообще человеку, неважно, онкология, не онкология, любому человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, бедой, которую он не может решить сам, нужно набраться смелости и попросить помощи у людей. Угу. Потому что люди – это и есть наше государство. То есть для меня не существует... Я абсолютно честно скажу, для меня не существует каких-то там понятий, политика, не политика. Я знаю, что наше государство – это люди. И наши люди, они остаются добрые, они остаются отзывчивые, они делают это с душой. И в будущем, пожалуйста, не бойтесь попросить помощи, не стесняйтесь, потому что вы будете услышаны, но в любом случае, ну, есть такие ситуации, когда терять уже нечего. Вот мы с Ольгой абсолютно согласны с этими словами, потому что 6 лет работы, мы делаем зеленую лампу, программу благотворительную, нам показывают, что люди у нас потрясающие. Просто в самых иногда таких трагических ситуациях, и когда уже просто нет надежды, когда человек там списан, когда вот, ну, он не знает, куда бежать, что делать. Рядом оказываются люди, совершенно незнакомые. Причем протягивает руку помощи. И вот эта мысль действительно правильна, что многие благодарят и говорят, что сердце открывается. Спасибо, что дали возможность что-то хорошее сделать. То есть это человеку важно. Сейчас, в наше время, когда очень тяжело всем, это особенно важно. Да, я была поражена, потому что, я говорю, я в пятницу выставила пост, и... Честно, вот на следующий день уже? На какой следующий день? Через минуту. Через минуту мне стали приходить насчет деньги с сообщениями. Лен, привет, а вот ты помнишь, вот мы с тобой в университете учились, и ты меня к папе отвела. Вот у меня проблемы по-женски были. Слушай, говорит, а у меня сейчас двое детей. То есть, и вот это вот все помнишь, этого помнишь было такое огромное количество, что, ну, я не смогла уснуть, потому что с пятницы на субботу я всю ночь я сидела, читала сообщения людей, я отвечала, и у меня просто, ну, градом текли слезы, я не могла остановиться, потому что такой отзыв, я не успела просто написать эти строчки, и мне пошла помощь. То есть мне уже, в принципе, ну, в пятницу было понятно, что все возможно, все возможно. Так работают, как говорят, цепочки добра, да, то есть благодарность человеческая, она не приходит просто так, вот здесь в данном случае добро возвращается. Это как, знаете, круги по воде, такой вот, ну, ты сделал когда-то, причем я говорю, я знаю своего папу, и я с детства, ну, знаете, как там, кто-то работает учителем, кто-то работает бухгалтером, и мы же, ну, маленькие,
дети, когда после школы нас родители боятся оставить дома, они приглашают нас к себе на работу, посидеть пока, ну, то мама, папа закончит рабочий день. Вот мой такой какой-то был вот период, когда мне безумно нравилось находиться у папы в отделении. Конечно, там страшно, конечно, там есть тяжелые пациенты, и на это, на все смотреть, ну, это тяжело. Но мне безумно нравилась эта среда, я видела, как папа общается с людьми, и помимо того, что он врач, он был еще отличным психологом. Он находил время на каждого. Он мог поговорить, он мог успокоить, он мог пожалеть, он мог дать надежду. Это очень важно для каждого человека. И, скажем, ну, с моего опыта я не знаю ни одного отказа. Вот я могла позвонить папе в любое время, в любой день и сказать: слушай, папа, у меня у подруги проблема, ей страшно. Я говорю, ты можешь записать ее к себе на прием через регистратуру официально, да, ну, вот очень там, знаете, у нас любят там в Латвии говорить, что там врачи взяточники или там без денег не попасть, да. Слава богу, я столкнулась только с одним единственным комментарием, который был опубликован на пресс-ЛВ, что типа, ну а почему доктор Устинов собирает деньги, что, говорит, не наворовал в своей больнице? Я также хочу сказать людям, что никто... Но пусть этому человеку, который написал этот комментарий, будет очень стыдно. Никто никогда не просит у пациента заплатить что-то в конверте. Я не знаю таких случаев. Я не буду обобщать, но я знаю, что когда я звонила папе и говорила: слушай, говорю, пожалуйста, можно девочку записать? Он говорит: Лена, конечно, я сейчас позвоню сестричке, я постараюсь найти место, я запишу, чтобы было все официально через кассу, узнай, пожалуйста, у девочки, есть ли у нее страховка, чтобы ей было подешевле, я тогда смогу отправить ее, если это будет вот через регистратуру, она сможет пройти УЗИ, она сможет пройти все анализы. То есть он к каждому человеку относился, понимаете, я не знаю, как это назвать, с пониманием, и у него никогда не было безразличия. Мне очень хочется, чтобы в нашем НВД, в нашем государстве были такие люди, которые, получив письмо, прошение с просьбой о помощи, не просто открыли компьютер, достали шаблонный текст и вписали туда данные человека для отказа, а хотя бы немножечко вчитались в диагноз, поняли, что происходит в жизни человека. И, может быть, встали, подошли к своему руководству и сказали: послушайте, здесь, ну вот такая ситуация, ну, может быть, можно как-то разобраться, можно что-то как-то выяснить. Потому что если на рабочем месте сидит небезразличный человек, то от этого может дальше зависеть жизнь другого человека. И мне кажется, что важнее человеческой жизни нет ничего на свете. Ну, к сожалению, да, очень часто получается так, что существует некий протокол, существует ВАД-линии, и шаг вправо, шаг влево никто не хочет делать, и никто не хочет брать на себя ответственность, вкладывать душу, время, энергию. Это, ну, очень мало не только среди врачей, а, в общем-то, к сожалению, со временем и во всех специальностях людей, которые не дежурно относятся к своему делу. Но, тем не менее, бывают у нас случаи очень редко, когда какое-то лекарство вдруг становится компенсируемым под давлением общественности. Вы знаете, у нас разрывается телефон. Давайте, может, звоночек попробуем. Попробуем принять один звоночек. Люди хотят что-то сказать важное. Алло? Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Ритка, ну, ты, наверное, уже догадалась, кто это звонит. Это Алла. Вот я даже не буду озвучивать, потому что доктор Устинов 10 лет назад меня тоже прооперировал и удалил чудовищных размеров вообще опухоль. И я ему за это благодарна буду на всю жизнь. Поэтому я вот вижу это так. Вот за его спиной нас тысячи спасенных им женщин, там, девочек, бабушек. И он один борется со страшным монстром, вот с этим раком. Он один борется за нас, спасает нас. И вот в один момент, значит, эти щупальца этого монстра зацепили его. И кто, кроме нас, ему поможет, если государство говорит, разводит руками, говорит: извините, мы ничего не можем. Конечно, мы должны были встать все вместе и подать ему опять и щит, и меч. Потому что, а кто будет спасать наших девочек, наших внучек, наших правнучек? Только он.
Поэтому меня дико поразило отношение государства, наплевательское. Ну хорошо, нет у вас всей суммы. Ну скажите, хорошо, мы поищем варианты. Ну может быть, частично что-то мы поможем. Ну может быть, что-то мы сделаем, потому что отказать такому доктору, который спас столько людей, это надо быть просто самыми последними равнодушными подлецами и предателями. При этом мы видим, что они рассматривают на полном серьезе покупку какого-то пафосного рояля за 180 тысяч там евро, да? А сумма, которая там гораздо меньше, для них оказывается неподъемной. То есть, понимаете, вот эта страна, которая не думает о том, что а кто будет лечить наших-то детей, если мы так относимся, если мы предаем свой народ? Это просто недопустимо. Меня это настолько возмутило, что я вообще тоже ринулась воевать за нашего любимого доктора Устинова на своих страницах и поддерживать. И я когда увидела, что там перепосток Лениного сообщения, через три часа уже было 5000. То есть 5000 человек поставили себе это. Очень затронуло. Меня затронуло. Поэтому я хочу сказать, люди, мы должны быть вместе. Вот в это мерзкое, смутное и такое страшное время, в первую очередь, давайте помогать и поддерживать друг друга. И даст Бог, Бог будет на нашей стороне тогда. Успехов вам и удачи. Спасибо большое. Спасибо. Алла, спасибо большое. Спасибо. Такой эмоциональный отклик тоже, да. Так, выключила. Еще один звоночек, давайте послушаем. Алло? Алло? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хотел присоединиться к, собственно, кое-что немножко сказать про Игоря Устинова. Дело в том, что моя мама прошла и через руки замечательного доктора Владимира Юлиановича Янушкевича лечилась также у его дочери Аллы Нестеренко. Господин Игорь Устинов консультировал мою маму, и благодаря этому моя мама до сих пор жива. И мне даже, честно говоря, неловко почувствовал себя, когда увидел на странице его дочери, что у меня там в списке тех, кто пожертвовал, но я это делал не для того, чтобы меня публиковали, а для того, чтобы просто бы помочь замечательному, потрясающему человеку и потрясающему доктору, волшебнику. И я слушал вашу передачу с перерывами, потому что, ну, вынужден был отключаться, отвечать на звонки. Вы знаете, что меня поразило, и из рассказов его коллег, как некоторые коллеги гнобили господина Устинова за то, что у него не идеальный латышский язык. И я хочу сказать, что мне просто стыдно за людей, которые это делали. И выразить огромную благодарность хочу еще раз Игорю Устинову и сказать, что дай пожелать ему выкарабкаться из этой ситуации. И надо будет, пусть дочь обращается. Буду еще помогать. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот Игорь Николаевич удивлен немножко, да? Я очень тоже извиняюсь, да, по поводу списка. Я приношу свои извинения, потому что у меня, ну, помимо всей этой ситуации, которая случилась в нашей семье, у меня также есть моя семья, есть работа, и я сегодня вечером обязательно дополню эти списки. Я просто не успеваю, потому что огромное количество людей мне для того, чтобы этот список помогающих выставить на Facebook, мне нужно скопировать полностью всю выписку с банка. Но люди же не для этого, не для нет, списка. Я очень прошу, пожалуйста, если кого-то нет в списке, для меня тоже это важно. Вы помогли, и я хочу, чтобы люди видели, кто помог. И это нормально. Для меня это абсолютно нормально, поэтому я обещаю, что к вечеру я обновлю список помогающих. И простите, пожалуйста, если я кого-то не вписала, ну, на сегодняшний день. Еще Игорь Николаевич хочет добавить. Это точно не главное. Вы знаете, я сейчас вот выслушал человека, который звонил, и услышал его сообщение, и мне хочется просто сказать насчет латышского языка. Я родился в этой стране, прожил всю свою жизнь, и для меня, хотя мой родной язык – это русский, он был и останется моим, но латышский язык – это мой второй язык, и я считаю, и все коллеги считают, и никто никогда, поверьте мне, вообще не поднимал вопроса о том, что мой латышский неправильный язык. Я читал студентам медицинской академии
лекции на латышском языке, и все, и вообще мы разговариваем в коллективе только на латышском языке, и даже это, ну, в семьях это, да, тот язык, который родной для каждого, но для меня это такое удивительное сообщение, я хочу сказать и поправить этого человека, который тоже желает мне добра, спасибо ему большое за это. Никто никогда не гнобил меня, и вообще вопрос об этом никогда в жизни не поднимался. Да. На этом наша программа подходит к концу. Огромное спасибо всем, кто нас слушал. И, в общем-то, программу инициировала дочка Игоря Николаевича Лена с основной и главной целью – поблагодарить всех, кто откликнулся. Да, еще раз огромное спасибо всем. И напоминаем, что по вторникам у нас выходит обычно программа «Зеленая лампа», вот, к которой подключается каждую неделю благотворительный телефон, который помогает человеку, попавшему в беду, которому нужна помощь на этой неделе. И номер нашего благотворительного телефона 930-6384. Если вы можете сейчас сделать звонок, вы сделаете очень доброе дело и поможете одинокой маме Кире Забалуевой из Олэйна приобрести необходимый ей кислородный аппарат. И оставайтесь с нами в следующем часе. Наш гость будет летчик-космонавт, исследователь Александр Александров. Мы благодарим Игоря Николаевича и Елену за участие в программе. Напоминаем, что вели программу Ольга Авдеевич, Рита Трошкина. Хорошего вам дня. Спасибо вам большое за все. Спасибо. На одной волне с городом.